Адыл, такой вот вопрос. Спрашивают, какие в настоящее время у нас есть самые большие ножи, самый большой клинок. Вот что мы можем предложить? Я вот вижу как раз у нас четыре экземплярчика такие. Вот. Какая длина у клинков? Вот. И, собственно, можно покрутить, показать. Еще раз здравствуйте, дорогие подписчики. Да, у нас в наличии сейчас 4 вида самых больших ножей. Вот вы можете посмотреть. Лезвие, длина лезвия составляет 19-20 сантиметров. Длина всего ножа больше 30 сантиметров. Рукоятка из натурального рога коровы. Можно увидеть, как тщательно мастер постарался, устанавливая эти ракушки, глазочки из ракушек. Удобно держится в руках. У кого хорошие намерения управлять ножом, можно так посмотреть, выбрать. А где такие используют вот с такими клинками? Кто-то барана режет, кто-то скота, скотоубой. А На кто-то на кухне, скотобойню, да. на скотобойню, кто-то пользуется на кухне. Люди, Ну это под мясо, да, в основном да, в такие. основном мясо, фрукты, овощи. А фрукты тоже таким? Да, у кого здоровые руки, они сразу могут почувствовать нож, когда возьмут на руки. Есть еще такой вид из рога СГК, тоже хорошо держится на руках, легко управлять. Длина у него тоже где-то в районе 20 Длина сантиметров, да, у нас? лезвия составляет 19 сантиметров. Шаха 15 клинок, да? Клинок шаха 15. Есть три вида с изогнутым кончиком. Есть еще один вид такой прямой. Кому что понравится, могут выбрать. А вот вопрос у этого, почему нету клима, вот, который внизу? Рук Тут Сайгака. три ножа, три вида ножа с клеймом мастера, а этот наш традиционное клеймо полумесяц и звездочки, это уже наш узбекский традиционный нож, это уже традиционное клеймо. Ну это мастер Ибрагим мастерская, да? Мастера Ибрагима, все эти работы мастера Ибрагима можно выбрать из нашей коллекции. Отлично. Вот в настоящий момент вот эти ножи, эти экземпляры у нас есть. Цена какая, чтобы сразу сориентировать? Цена этих ножей составляет 3500 рублей. Для постоянных клиентов у нас есть хорошие скидочки, которые мы можем предложить. Отлично. А обращайтесь, контакты знаете, я еще оставлю под роликом. Еще время есть, так что до Нового года время есть, можно заказать, купить шикарные вот эти здоровые, огромные клинки и пчаки. Все, пока, всем пока, удачи.